Здорово, бандиты, с вами Механик, сегодня GTA 4 Криминальная Россия, ночная серия. Посмотрим, что тут у нас. Осталось что-то? Ага, мы в России вообще-то, ничего здесь не осталось, все сперли. Интересно, кто только спер, вот этот может? Выглядит подозрительно. Ну, в принципе, обходит стороной, значит, уважает. Ищем, чем можно поживиться. Так, буханочка нас не интересует. О, ты чё тут быкуешь, ты рыжая? Рыжая. Смотрите, одни девки выходят отсюда. Что тут такое? О, еще одна. Тут что, туалет общественный или что? Пока непонятно, едем разбираться дальше. Посмотрите, там чё такое? Там разборка питерская. Правильно, тут Гранчер... Это чё, Гелендваген там? А, это УАЗик. Мое уважение, как говорится. Так, смотрите, тут Гранд Чероки стоит. О, братан, так ты что, тоже против этих? Против американцев тоже, да? Вот это надел на голову, получается, кастрюлю. И теперь ходишь защищенный, чтобы спутником тебя не прожгли. А вот этот, смотрите, напился до такого, что со столбом, вот с домом, со стеной быкует. Дружище, иди отдохни. Давай, давай, иди в дом, иди отдохни. Давай, мужик, иди отдыхай. Иди отдохни, я тебе говорю. Давай, в дом иди отдыхай. Да что ты привязался к этой стене? Держится, смотрите. Не держись за стену, мужик. Иди домой отдыхай. Да иди отдыхай. Вот, наконец-то. Вот это молодец. Все, давай, домой пошел, домой. А эту и многие другие игры вы можете купить в моем магазине. Лучшие цены и 100% гарантия. Ссылка в описании. Да домой иди. Ух ты, ё-моё. Мужик, ты как там, в порядке, нет? Блин. Ладно. Ну, надеюсь, сейчас оклемается он. Погнали. Им надо свои бандитские дела делать. Сейчас будем мутить бабки. Будем заниматься чисто гопничеством. Будем отжимать бабки. Я не знаю как. Чё за фигня? Чё там за стрельба? Ну-ка. Иду с ножом на защиту своего района. Кто? 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 Кто стреляет? Там, походу, кто-то стреляет. Ну-ка. В теплице кто-то орудует. Маньячина в теплице. Сейчас завалю, гада. О-о-о, вы чё? Ладно, я пошутил, я все понял. Будем делать другие... Ох ты, блин! Нашпиговывают меня свинцом! Ребята, спинцета! Да ты чё, блин? Я думал, откуда он? А он вон оно, он откуда. Настреливает по мне, главное. Так, мне кажется, нужен небольшой ремонт. Почините меня. Товарищи врачи, можно меня чуть-чуть починить? Не? Не. Не хотят чинить, говорят, документов нету. Ладненько, кажется, тут настало время реальной разборки питерской. Вот эти, по-моему, мне нормально так навтыкали. В принципе, месть приходит незамедлительно. Со мной лучше не связываться, я больной на голову. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел, красавчик? И будем здесь их стоять ждать. Чё? Ты в меня стрелял? Или ты? Вот, со стволом стоит, смотрите. На! Так и тачка у них нарядная. Единственное, я что-то думаю, что я на ней, наверное, не смогу выехать. Реально, я на ней не выйду. Как они ее сюда загнали-то? Вот наркоманы. Загнали Сильвию, получается, сюда. Так, все, уходим лесами, потому что за нами копы. Вот видите, какую несправедливость. Какая несправедливость. Я, получается, зачистил свою родную деревню от каких-то гопанов, которые просто стреляли в местных жителей, убивали женщин, детей. Я их просто спас всех, и при этом за мной еще копы. Вот так вот нелегка жизнь супергероя, друзья мои. Сейчас мне нужен какой-то баварский аппарат, но пока еду только японские. Мне машина нужна, братан.
Ну ты хоть дай. Ну ты, стой, таксист, давай ты, давай, таксист. Спасибо, братан. Дайте бог здоровья. У тебя в жизни все будет замечательно. Все, поехал. Так вроде от меня отстали, получается. Ну не нашли, как бы копы сами разобрались в ситуации. Такие думают, ну в принципе, кто-то сделал правильные вещи. Ох, ночная пробка здесь какая. Будем стоять в ночной пробке. Ночное рандеву на бульваре Рос. Сейчас... Ох ты, Нива, какая наряд... Ну фу, ну зачем эта запаска сзади, а? Была Нива такая красивая. О, спасибо, бро. Спасибо, спасибо. Ах ты... О, чепырка какая. Гелендуген! Так, все, разворот. Разворот, поворот, дайте мне. Дай, 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 проеду. Дай, проеду. Настоящему бандиту нужен гелендуген. Все, обочечник в деле. Ну, мадам, вы и ездите. Да куда ты приёшь? Нормально, да, у меня с мигалками пятерик? Или что это? Да, пятерик. Так, выключу фары я на всякий случай, чтобы... Чтобы сильно не палиться. Вот так выключу. Сигналить вот так не буду. И угонять его здесь у всех на глазах тоже не буду. Тем более, он копы едут. Копы на хвосте. Будем пасти его, и, возможно, он где-то остановится. Возможно. А может и нет. Эх, впереди еще Кадилла какой крутой. ЦТС, по-моему, да, это? Ну, диски, конечно, на Гелендугене такие себе. Можно что-то пошире сюда с выносом колеса поставить, потому что они как-то утоплены в арке. Не очень выглядит. Вот, смотрите как. Но все равно Ох, блин! По-моему, это повод. Это повод разобраться, братанчик. А, это девушка. Я... Ой, блин. Я понял, ну тут... Ладно, давайте не будем так делать тогда. Я думал, это мужчина какой-то среднего возраста, а там девушка, и в принципе не будем мы лишать ее такой машины, потому что явно ею кто-то, так скажем, купил или дал поездить, поэтому у нее возникнут проблемы, а потом и возникнут проблемы у нас. Ну-ка, пиндос какой. Смотрите, сколько здесь копов ездит, патрулирует. Ну, благо, что я такой прям раз, раз, раз. Раз, никого не боюсь. Раз, раз, раз. Вот так могу прям перед копами встать, смотрите. И ничего мне не будет за это. Трогай, давай. Давай, Шевроле Каприз. Я думал, дверь останется открыта, но... ух ты, копы по встречке собираются. Куда на встречку ползешь? Куда ты ползешь навстречку? Ты что, не человек, что ли? Такой же, как мы. Все одинаковые здесь. Навстречку пополз. Ну, что-то пока нечего подрезать. Вообще нет никаких аппаратов. Не знаю, не знаю. Надо что-то красивое найти, интересное. Пазик. Кому он нафиг нужен, этот пазик? О, ну вот это уже интересно. И мустанг, он там красиво едет. А это что такое? О, М3, но она разбила. Ох ты, блин, дядь, ну ты чё же так неаккуратно ездишь? Тормоза отказали, да, на американской тачке. Ну, понятное дело. Тут неудивительно, тачка американская, не едет нифига. Опа, X6, по-моему. По-моему, X6. Или X4, или X6, не пойму. Чё это? Это X6M даже. Понятненько. О, две мамзели сидят. А ну! Выходите, чучуки, моя тачка теперь. Все. Вот это она метеор. Вот. О, тут еще была одна. Вот это она метеор. Так, все, красиво, аккуратно встраиваемся в поток и едем до дома, до хаты.
не напрягаясь. Потому что все у нас четко, все легально практически. Документов, конечно, нет, но кто будет проверять на черном тонированном X6 документы? Я надеюсь, что никто. Поэтому аккуратненько сейчас будем ехать до дома. Ух, аппарат какой мощный. Не, ну... Он еще без номеров, то есть тачка-то новая получается. Просто вот это она топает. Не, реально, аппарат очень четкий, нулевый. Ну вот, Мерин еще, смотрите, какой SLS, да? Или C, как он, SLS, CLS, что это? Или GTI MG это? Не разбираюсь я в них. В этих мажорских тачках. SLS это. Я знаю, это дорогая. Но мне кажется, X6 будет подешевле. Ой, подешевле, попроще продать будет, чем SLS. Сейчас мы его загоняем в гараж, перебиваем там быстренько номерные знаки на кузове везде, под документики чисто его, и все. Так, мы его, значит, не к себе домой сейчас загоним, а вот сюда, вот в отстойник. В отстойник мы его поставим. Здесь, по-моему, ничего нету в этом гараже. А, тут Супра стоит. Тут нельзя ставить. Значит, мы его загоним во двор. Причем не просто во двор, а вот аккуратненько вот сюда вот. Рядом с туалетом поставим, чтобы его ниоткуда не было видно. Все, будем здесь его перебивать. Я думаю, все получится у нас. Ну а пока я быстренько схожу в сельский туалет. Там вон плакат даже какой-то интересный висит. Лежит, вернее. Пойду посмотрю, что там такое. Ребят, на этом заканчиваю. Спасибо за внимание. С вами был Механик. Всем пока.